8 ноября 2009 года, каникулы, последний день, день рождения Алексея Марии Владимировны, моего 9-го ребенка, моей 4-й дочери. Надо ее поздравить, но поздравим как? То, что вас по телевизору учили-то, иностранному, не по-русски, не по-местному, по-иностранному. Давайте. Какие тут слова импортные. С днем рождения себя, тебя, да? Да. И больше ничего. Это поэзия почище, чем Пушкин. Да? Коротко и ясно. С днем рождения. Вот и вся импортная культура, которую вы усвоили по телевизору. А? Безобразие. Если бы без русской культуры, что бы из вас было? А?